Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Знаешь, Лена, я тебе хочу показать, что же такое настоящий хлопок. Посмотри, вот так он растет, коробочки раскрываются, и мы с вами видим мягкие барашки, которые растут у нас на палочке. Именно так к ним относились в свое время путешественники, которые попадали в Индию и видели вот такой вот хлопок. Не зря в Индии считается, что хлопок – это ткань настоящих богов. Именно на хлопке боги спят, а омолаживаются и хранят свою молодость вечно. Это два в одном. Это халат и сорочка. Это одна из самых низких цен сейчас в часе. И я могу сказать, то, что эта коллекция попала в распродажу, девочки, это шанс. Это просто невероятно, потому что мы с тобой обсуждали, 3,5-4 тысячи стоят, как правило, и халат, и сорочки. И это 100% натуральный хлопок, который позволяет дышать вашему телу, ощущать комфорт, когда вы ходите дома, например, в халате или спите в сорочке. Это готовое решение два в одном. Вы можете взять с собой в санаторий, в дом отдыха. Прекрасно будете ощущать комфорт именно в таком комплекте. Ты знаешь, мне очень нравится, ой, какая что нежная. Нам будет уютно, да, вот в таком ансамбле. Вообще потрясающе. Знаете, вот честно, у меня глаз радуется, когда я вижу сейчас наших девочек, потому что это бесподобно. Представляете, настроение поднимается у ваших родных и близких. С любовью просто. Это и пеньюар, это и сорочка, и халат. Два в одном, одна цена, сенсация. Кстати, посмотрите на нашу Настеньку. Вот сразу она такая милая стала. Она так мила, а сразу она такая теплая, душевная. К ней хочется прям вот заобнимать ее. Нежная, женственная. Знаешь, вот мне нравится вот этот... вот этот нежный ментоловый цвет. Бирюза, да, такая вот очень мягкая, нежная бирюза, которую мы видим на Анастасии. Омолаживающий, освежающий. Вы даже утром, когда встанете без макияжа, вы будете чувствовать себя именно вот такой вот свежей. Слушай, какой он красивый, такие фиолетовые, сиреневые, лавандовые цветы, боже, красота. А моя любовь – это сегодня голубой. Причем я специально вот так вот уже смотрю сейчас в прямом эфире, думаю, ну а почему бы и мне такой не заказать? Тем более, что такие цвета абсолютно идеально подходят всем. Девочки, выбирайте. Слушай, вот тоже момент такой, как выбрать размер? Потому что все-таки халатик мы можем, скажем так, да, не застегивая носить, да? А, к примеру, сорочку я люблю, чтобы они побольше Смотри, были. Смотри, берем размер в размер, но выбираем по большему размеру. То есть, если пышная грудь, лучше взять по размеру груди. Если бедра, по размеру бедер. Но ты не переживай, Лен, это современный хлопок, который еще у нас тянется. Поэтому вы всегда можете подстроить такую сорочку уже по своей фигуре. Угу. Слушайте, идеально. Обратите, пожалуйста, внимание, девчонки. А мне так нравится. Вот смотри, и с пояском интересно смотрится. Да и, в принципе, и без смотрится не хуже. Дорогие, выбирайте. Даже получается такой эффектный образ. Три в одном. Потому что здесь пояс, потому что здесь халат и здесь сорочка. Знаешь, у меня один раз была сорочка. Честно, она красивая была, Светика, и она из синтетики. Ой, как я мучилась. Но она, конечно, переливалась, да, но больше я ее взяла с собой в отпуск, да, ну, красоваться, понимаете, больше двух раз я ее не надела. Начинает тело чесаться, неудобно, она сползает, думаю, нет, для меня лучше 100% хлопок. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, вот ты покрасовалась, а самой некомфортно. Некомфортно. А вот в таком комплекте вы будете красоваться в комфорте, потому что здесь невероятно мягкий, 100% натуральный мягкий хлопок. И потом, обрати внимание, как идеально здесь у нас ткань с тобой еще присборена в портретной зоне. Так, ну-ка расскажи, а это для чего так сделано? А ты знаешь, что это идеальная посадка по груди, то есть создается вот такой вот пикантный вариант правильно расположенной груди. Мы же часто иногда надеваем сорочку, да, у всех грудь разная, бывают какие-то изменения нюансы, груди. Вот да. В такой сборке ваша грудь будет находиться как в бюстгальтере, то есть правильно располагаться. Ой, элегантно. Слушай, а мне еще очень нравится, что, кстати, у сорочки достаточно широкие бретели, то есть они будут поддерживать вашу грудь, девочки, поэтому вы можете даже такой вариант носить без бюстгальтера. Итак, внимание,
покорил себе голубой цвет, как и меня. У нас продано уже 300. И, кстати, вот в голубом цвете уже размеры 48, 50, 56, 60, 62 у нас уже заканчивается. Дорогие, подарите себе счастье и настроение. Это, обратите, пожалуйста, внимание, легкая, нежная, такая цветущая сорочка. И, конечно же, халатик, не пеньюар. Кстати, что мне очень нравится? Цветы, которые никогда не завянут. Смотришь на женщину, она вся в цветах, и уже глаз радуется. У нее уже глаза горят, что называется, да, и у окружающих, у родных, близких. Знаешь, что мне нравится еще? Халатик длинный достаточно. Да, закрывает колени, мы можем спокойно его накинуть. Утром встали, например, с кровати, накинули халатик, подвязали пояском, все, и садимся со своей любимой семьей завтракать. Возможно, к вам придут какие-то подружки, и вы можете в таком виде спокойно открыть дверь. Прекрасный, 100% материал. Слушай, а как, кстати, правильно вот за таким хлопком премиального качества ухаживать? Я рекомендую все-таки выбирать холодную воду до 25 градусов. Итак, дорогие, выбирайте самое лучшее для вас. И халатик, и сорочка.